Главной кремлевской женой 90-х была Наина Ельцина. И она вспоминает президентский марафон как ежедневный риск для жизни. Быть женой президента – это очень тяжелый труд. Тут неважно, плохо ты себя чувствуешь, хорошо ты себя чувствуешь. Это никому нет дела. Борис и Наина Ельцины могли за 3 дня посетить 4 страны. И один сумасшедший вояж жена первого президента России не забудет никогда. Италия, Германия, Америка, Англия. Разные часовые пояса, несколько дней без сна и очень напряженная программа. Когда мы прилетели в Англию, и вот я сижу там с супругу премьера, значит, вот там несколько женщин было, и я сижу, я просто проваливаюсь. Вот, знаете, вот я слушаю и проваливаюсь, я вот засыпаю. Но несмотря на усталость и собственные болезни, для Наины Иосифовны всегда на первом месте было состояние мужа.